Уникальной коллекции Самарского областного художественного музея исполнилось 125 лет. Поздравить сотрудников с юбилеем собралось музейное сообщество со всей страны. Глава города Елена Лапушкина призналась в искренней любви к музею и отметила, что это место дарит ей спокойствие, умиротворение и радость. Я искренне рада, что в Самаре есть такие замечательные места, где творчество живет каждый день. Каждую секунду, каждую минуту. Я вас искренне поздравляю, я желаю вам развития, и чтобы у вас с каждым годом посетителей все только прибывало и прибывало, чтобы в ваших музеях были новые интересные коллекции, чтобы у вас всегда хватало на это и времени, и сил, и мудрости, и желания. Благодарственными письмами за вклад в развитие культуры, добросовестный труд и плодотворную деятельность глава города отметила сотрудников музея, а директору Алле Шахматовой вручила нагрудный знак и почетную грамоту. У нас прекрасная коллекция русского искусства, только потому, что такие идеалисты, как тот самый мальчишка, которому было всего 25 лет, Константин Павлович Головкин, задумал создать художественный музей. И сегодня в этот художественный музей приехали гости со всей страны, со всей нашей великой и необъятной Родины. Я вас поздравляю, это действительно событие, которое навеки войдет в историю Самарской губернии. Основатель коллекции, самарский купец Константин Павлович Головкин от имени городского главы Петра Арапова разослал более 270 писем известным русским художникам с просьбой прислать в дар музею свои произведения. После этого в город поступили работы Михаила Нестерова, Владимира Михайлова, Константина Иона и других русских мастеров. Сейчас в музее собраны произведения как русского, так и зарубежного искусства. Коллекция насчитывает более 35 тысяч экспонатов. Молодой совершенно парень, Константин Головкин побудился на такое великое дело. А что этому предшествовало? Этому предшествовала, конечно, большая работа городской думы. Именно Петр Владимирович Алабин, став здесь главой городской думы, как раз вышел с инициативой создания публичной библиотеки и публичного музея. Председатель городской думы Алексей Дегтев также вручил благодарственные письма сотрудникам. Наградами отметил работников музея и областной министр культуры Татьяна Мардуляш. Это уникальный музей, уникальное собрание, которое находится в замечательном месте, в самом центре Самары, в ее сердце. Конечно, музей – это не только собрание, это еще очень живой и очень кипучий организм. Здесь все время происходят выставки, занятия, экскурсии. Летом дворик музея становится настоящим местом силы для всей художественной Самары. Здесь происходят концерты. Сейчас в Самарском областном художественном музее представлена выставка «Окольцованные Самарской Лукой», которая объединила работы самарских пейзажистов. Увидеть экспозицию можно до конца мая. Светлана Кудрявцева, Максим Магомедов, Николай Епифанов. События.